Всем привет! И вот выбрались мы на охоту. Старый Новый год. Наконец-то пришла зима. Андрей Сергеевич с нами. Можете поздравить его с днем рождения. Написать в комментарии. Это что? Смазка загустела. Ничего себе. Андрей Сергеевич у нас сегодня с двадцаточкой. Загустело, смотрите. Вот. Сегодня у нас будет охота на зайца, лису. Вот такая красота в лесу. Свежий снежок выпал. Ай. Мы очень долго его ждали. Мороз сегодня сколько? Градусов 10, наверное, примерно. Вот. С нами еще дядя Сережа и две собачки. Флейта и Альфа. Ладно, найдем след, включимся. А вы можете пока пейзажами полюбоваться. Вот лиса ходила, смотри. Ну а с этой стороны железки получается хороший лес тоже, да? А? Тут тоже хороший лес. Ну да, вот они зимой сейчас краешком так и идет. Отправишься. Ай, деревья. Деревья в Вот, по этой можно обрезать еще, да? Да, идет. Там едет сюда. Может, останавливаться. Вот. Вот такая красота. Морозится. Пока! Ай, красота! О, солнышко поднимается. Давай, блогер, не часто. Не топори ход. Как, говорит, в 41-м немцам, говорит, поезда. Вот нашли след зайца. Пойдем по зайке. Сейчас. О, их тут 8 штук. Даже 10 вроде. Ушли в лес на сосны. Подходи. Через поле, может, перейдем. Попробуем там эту репросику посмотреть в обратную сторону. Ну, со своими следами не узнаю сейчас. Да, я сейчас к вам подтянусь. Сережа, ты-то в свою сторону сейчас пойдем. Стоим в железке. Нет, Сереж, давай к нам подходи, на ту сторону вот сходим, где просека в этом,
В лесочке-то. Здесь лисы съели зайца. Зайцы ели лису? Все истоптано. Одни какашки остались. Зайцу хана пришла тут. Даже есть. Что ты взял, что зайцу? Потому что шерсть белая лежит кусочек. И этот, кишка зайча. Взяли, блядь. Сегодня ночью. Идёшь на газу, бьёшь, пойдём сейчас. Ну вот, ребят, сегодня ночью лисы поели зайку. Кусок шерсти остался тут. Была зайка. Вот так вот. Нашего зайца съели лисы. Пойдем искать другого. Погодка, конечно, шикарная. Ладно, смотрите дальше. Ну вот, ребят, след зайца утренний. Сейчас мы по нему пройдемся. Здесь девочки. Где-то он здесь лежит. Далеко. Ну, целый труп, знаете, за ночь сколько. Посмотрел бы еще стойку, может найдем. Может найдем сейчас его. Смотрите.
Вот. Вот он. Блять. Я не увидел даже. А он в лес ушел опять. Не, он обратно пойдет, Андрюх. Я по следу, Андрюх, пойду с собаками. Андрюх, он пока в лес обратно не переходил, так что смотри. Дороги идет, на аэродром на там. Я понял, я буду со стороны железки-то. Альфа по нему пошла, да, теперь? Тропу вышел, а тут и зайцы, и лисы на мишне. Ну что, ребят, подведем итоги сегодняшней охоты. Следов мы нашли много. Погоняли одного зайчика. Собаки молодые. Альф. Слышно. Заяц за ночь натоптал очень много. Вот. С подъема не удалось взять его. Сейчас время почти 3 часа уже. Будем закругляться и выдвигаться к дому. Вот. Ну, на то и оно и охота. Не каждый раз увидишь зверя. Не каждый раз добудешь. Ну, собачки молодые у нас, да? Еще научатся. Ну ладно, всем пока и удачи вам.